ни движения, ничего. Ничего нету. Ты играешь всего 60 минут. Ты найди силы, давай, возможности. Неплохо. Конечно, самые положительные. Но и уровень ответственности тоже очень большой, потому что нужно все доказывать, все заново, что ты можешь принести пользу клубу, что ты можешь команду сделать. Та, которая будет выигрывать. Та команда, которая будет нравиться болельщикам. Это самое важное. Мне очень хочется, чтобы на наших матчах болельщиков было значительно больше. Мне очень хочется, чтобы они заполняли полностью наш стадион. Но это многое от нас зависит. Как раз зависит от нашей работы. Я готов к этой работе. Она мне очень интересна. Она мне приносит большое удовлетворение. Поэтому мы будем работать. А тем более, что сейчас уже через день игра. Еще раз хочется, чтобы побольше наших болельщиков было, чтобы они нас поддержали. Но это часть жизни. Одни уходят, тренеры, другие приходят. Это нормальная составляющая спорта. Поэтому все ребята, которые здесь есть и которые были назначены, это будут моими помощниками. Олег, когда выйдет из больницы, это мой первый помощник будет. Будем работать. Будем работать вместе с вами, с болельщиками. Если мы будем вместе, конечно, мы будем побеждать. Юрий Павлович, о предстоящей игре. Уже послезавтра матч. Вам нужно буквально за день принять команду, как-то подготовить ее к выездной встрече. На что будете делать упор? В программе Олега мы ничего не можем изменить и ничего не будем менять. Так, как у них было запланировано, так до игры и будет такая тренировочная работа. Я в данном случае буду помогать. Но изменений никаких вносить не будем, потому что была предыдущая работа. У них какая-то определенная цикличность. Но чисто психологией, конечно, я должен повлиять. На тактику я должен повлиять. Это мы и будем делать. Тот локомотив, который вы видите, он сильно отличается от того локомотива, который вот предстает на данном этапе болельщикам? Ну, конечно, всегда хочется улучшения. Улучшение во всем, и в качестве, и в отношении. Это такая, наверное, безграничная
ситуация. Все время хочется лучше. И я думаю, что мы должны становиться лучше. Мы должны понимать друг друга. Мы должны взаимопонимание найти с игроками. Мы должны как-то достучаться до них, чтобы они прогрессировали, чтобы они лучше становились. Будут лучше они, и будем лучше мы играть все.